сегодня в передаче знакомые лица, любимые мордашки, а на десерт, конечно же, классная мультяшка. И, наконец-то, я. Привет, мои друзья! Думаю, что не открою секрета, если скажу, что такая конфета вкуснее и слаще такого привета. Но не было, нет и не будет конфеты теплее, нежней, сердечней привета. Хотите в подарок такой вот совет? Огромный, сердечный и добрый привет можно отдать, не потратив монет. А все потому, что цены ему нет. Но если вы мало воспитаны и сладким насквозь пропитаны, то быть вам все время зоками и жить со своими пороками. Что такое порок? Ну, это липкая такая беда, от которой избавиться трудно тогда, когда человек любит только себя, а все остальное для него ерунда. Но думаю, что эта страшилка не о вас, а о тех, кто пишет сейчас для Бады нашего ответ, в котором прощения ему нет. Краткое содержание предыдущей передачи. Зоки получают письмо от Бады, который занимается заготовкой меда на зиму. Зная, что мед делают пчелы, которые кусаются, зоки обезвреживают письмо, поливая его кипятком. После этого им удается прочитать только то, что осталось от разных слов, а именно вот что. Здр, ок, я, тут, со, про запас, от, полон рот. Прожорливые и безграмотные зоки ужасно расстраиваются, так как им кажется, что Бада с каким-то прозапасом съел весь мед, так как у них его полон рот. Не реви! Будем писать ответ! Дай я! Нет, я буду писать! Нет, я буду писать, отойди! Нет, посмотри, ну, нет, я буду писать, понимаешь, я. Потому что надо писать без всяких сюсюканий, чтобы Бада знал, с кем он имеет дело, понятно? Вот так, напишу я так, значит, у меня Бада, я, конечно, не знаю, кто такой прозапас. Дай, я напишу, на которого ты променял нас. Ну что ты лезешь, что ты суешься, ну, дай. Да я припишу. Никаких отступлений. Надо сразу брать быка за рога. Что? Что? Какого быка? Какого? Ну какого? Рога-то не у быка, а у Бады. Ну я не хочу его за них брать. Они колятся больно. Слушай, Зока, какая ты непонятливая. Это говорится так. Брать быка за рога. Понятно? Ну то есть, значит, сразу. Ой, как... Ой, ты умный! Еще бы! Так, ну, ты тут давай-то посиди и помолчи. А я сейчас попробую, значит... Так, значит... А что ты... Ну, подожди, ну, что ты, не мешай! Да я. Ну успокойся, ну что да я. Сядь, вот так, и помолчи. Мужчина письмо пишет, понимаешь, вот так. Вот так вот, вот. Ой, слушай, Зок, а может не надо так, а то он обидится, а? Вообще не приедет, и тогда мы здесь умрем от голода. Нет, надо, понимаешь, вот так. Сейчас вот последнее, и точка. Все, вот это дописал и ставлю точку. Ой,
слушай, что ж ты наделал? Чем же мы теперь допишем письмо? Ты же карандаш сломал, а? Теперь Бадочка вообще не узнает, что мы здесь голодаем без него. Ах ты! Ну ладно, не реви. Что ж ты наделал? Не реви, не реви. Я не реву, Бадочка милый, я ты родной. Мы тут без тебя пропадаем. Это кто тут здесь пропадает? Ой, Зок, это ты сказал? Нет. А кто? Это я сказал. Это я сказал. Бадочка приехал. Бадочка приехал, ура, Бадочка приехал. Мой. Это мой Бадочка. Нет, это мой Бадочка, это мой родной Бадочка. Мой родной Бадочка, мой хороший. Мой хороший мой. Это ну-ка спрыгните с меня сейчас же. Ой. Ну что тут у вас стряслось? Кто из вас пропадает? Значит так, ты написал нам, и мы... Да мы письмо обезвредили. Да, узнали, что ты из прозапаса. Да, потому что боялись пчел. А мед весь съели. А буковки расплылись. А мы тут голодные. Да. Ничего не понимаю. Какие буковки? Какой прозапас? И почему вы голодные? Я же вам оставил бочонок меда, 5 бутылей варенья, мешок сахара. А мы все это съели за неделю. За неделю? И не лопнули? Не-а. Ну, троглодиты, будете вы у меня по ложке меда в день получать. А что, Бадочка, ты еще не весь мед съел с этим прозапасом? Да я вообще меда не ел. Я на зиму прозапас его собирал. Вот. Так значит... Подожди. Так значит, прозапаса не было? Прозапас? Это значит... Запас для нас? Ой, ну да, это не для вас, а ну, просто запас впрок, вот. Ура! Можно я тогда спою в честь твоего возвращения, Бадочка? Я тут давно песенку придумала. Да так и быть. Давай. Подлиза. Пой давай свою песенку. Угу. Песенка в честь возвращения Бады. Без миленького Бады наша жизнь кошмар, а с Бадочки родимым наша жизнь нектар. Как только Бада за порог, так в двери к нам идет беда. Тебя, Бадюля, наш родной, мы не отпустим больше никуда и никогда. Да! Здравствуйте, Зоки! Я тут мед собираю для вас про запас. Забот полон рот. Ждите, ваш Бада. Вот так и закончилась эта затея. И слава богу, не то б грамотеи такого в письме написали, что мы с вами год разбирали. А на десерт классный мультик, друзья. Пока, до свидания, привет, вот и я.